Еще раз здравствуйте, и мы продолжаем обзор интерфейса нового смартфона Samsung, анонсированного сегодня. Модель носит имя GTI 8000, и сейчас мы поговорим о еще одном элементе интерфейса этого телефона. Несмотря на то, что в нем используется Windows Mobile версии 6.1, Samsung сделал все, чтобы спрятать все настройки Windows настолько глубоко, чтобы до них было очень сложно добраться. Этот телефон, обращаю ваше внимание на то, что он не оснащен стилусом. То есть нет ни гнезда для стилуса. Вот. И в принципе компания проделала большую работу для того, чтобы им можно было управлять как айфоном, совершенно не используя никаких стилусов, перышек, ручек и всего остального. Все действительно работает пальцем. Даже, смотрите, переделано меню пуск. Теперь при нажатии на меню пуск вы не видите стандартного меню сегодня, работающего во всех устройствах под управлением Windows Mobile. Мы видим вот такую специальную панель, точнее сказать, 4 панели. Вот видите, специальная подсветка показывает, на какой панели в данный момент мы находимся. Их ровно 4. Перемещаться между ними можно легкими движениями пальцами, все хорошо работает. Первая панель называется Productivity и отвечает за продуктивную работу, надо полагать. Вот, здесь приложения, связанные с работой, организацией рабочего времени, календарь, часы, задачи, телефонная книга и так далее. Есть панель мультимедиа. Здесь у нас плеер, фотоальбом, радиоприемник, видеоредактор, игры, пасьянс, подключение к домашней сети, которая не очень актуальна в нашей стране, поскольку устройств поддерживающих немного. Здесь же запускается камера, хотя для камеры есть отдельная кнопка. Отдельная вкладка с интернетом. В принципе, иконок здесь не так много. Наверняка еще можно будет добавлять. Запуск браузера Opera. Здесь совершенно не видно никаких следов интернет-эксплорера карманного. Работа с почтой, работа с сообщениями SMS, MMS. Запуск Windows Live Messenger. Запуск читалки RSS. Работа с подкастами. Еще одно приложение для работы с сообществами. Список их ограничен, как бы, и в принципе это все доступно через виджеты. На последней панельке офисные приложения из комплекта мобильного офиса. Плюс кнопка для запуска ActiveSync. Собственно говоря, еще Smart Reader, приложение, которое позволяет служит переводчиком. Но как вы посмотрите на скриншотах в самой статье, работает оно только с французским и английским языком. То есть позволяет сканировать. Ладно, не будем запускать, а то оно закроет все приложения, оно нужны. Позволяет сканировать изображение, распознавать текст и тут же выдавать его аналог. Что еще сказать? Как добраться до настроек? Настройки спрятаны в разделе «Другие». Это базовые настройки телефона. Как видите, крупные буквы, крупный шрифт. Все можно легко делать пальцем, ориентировано на то, чтобы нажимать не ногтем. И даже вот здесь еще настроек самой Windows, в принципе, еще пока не видно. Но при желании к ним можно добраться. Хотя вот видите, да, вот то, что сделано обычным Windows Mobile, нужно поставить галочку. Здесь сделано так, чтобы нажимать все пальцами. Интерфейс очень продуманный. И в принципе, вот тут можно где-то увидеть настройки Windows, там, где уже нужно ногтем нажимать. Это уже не так удобно, но и в этих настройках, вот у меня даже не получается. Вот в этих настройках уже бегать сложнее. Нужно как-то исхитряться, нажимать ногтем или еще что-то. Еще есть вот такой пункт с системными приложениями. Здесь есть тоже выход в настройки в те же самые. Пардонте. Что у нас еще здесь? Здесь есть проводник, журнал вызовов и игрушка Bubble Breaker. Да, здесь
сюда установилась Google Maps. Судя по всему, это раздел называется «Другие», но здесь отображаются установленные приложения. Вот еще поиск есть по самому телефону, типа десктопа. Собственно, это все, что можно сказать об этом меню. Теперь можно остановиться на интересной реализации диспетчера приложений. Он запускается нажатием на клавишу сенсорную. Вот здесь перечисляются все запущенные приложения. Можно завершить любое из них. Можно завершить их, нажав на другую клавишу все сразу. Можно изменить визуализацию, разложив их просто табличкой. Можно вернуть красивую картинку обратно. Попасть сюда можно также, нажав на клавишу кубика. Вот, работает тоже все очень симпатично, мило. Любо-дорого посмотреть, пощупать, потрогать. В общем, работать действительно приятно. Еще одна любопытная особенность. Это интерфейс кубик. Но о нем мы поговорим, я смотрю по времени, в следующем видеоролике. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами.